Приветики, приветики, дети мои, Анионас, Йоробун, блин, только что мне прилетела заявка от моего первого подписчика. Прости меня, я забыла, честно, я как забыла, я уже потерялась в заявках, поэтому сорян, сорян, сорян. И она, да, что она мне, да, короче, вы поняли меня, все, делаю заявочку на Astral Night. Сорян, что я такой тупой, на... Первую группу напиши точно более подробно, что за песня. Или у них она одна, не знаю. Короче, погнали, Astral Night. Я снимаю в позе лодыря. Как красивая локация. Офигенная, просто богатая. То очень красивые глаза там были. Наверное, это был чай, ну хотя фиг его знает. Так, клип этот видела, по-моему. Ну, не разглядывала для реакции. Так, чисто визуальный ряд. Ага. Красиво очень, сад. Чайну. А, тихо. Так, ты Мунбин, да? Тебя запомнила. Ты голенький был в прошлом клипе. И красивый, конечно, немножко тоже. А, немножечко. Ему можно вообще не подводить глаза. Выкиньте его в кадр, просто вытолкните, в чем мать родила, и там. И все будет хорошо. Просмотры обеспечены. Красивый цвет волос. Ох, какая локация шикарная с розами. Что-то я не помню такой локации в этом фильме. Что-то не помню такого фильма в этом фильме. Золотая рыбка. Красиво, очень. Немок, сори. А, твой голос? Чайно запрещенная, Все. Запрещенная в Южной Корее певец. Мунбинчик улыбался так. Да, я целых два человека теперь знаю в этой группе, спасибо. Так, рэперы. Рэплайн. Ну, голос у него, скажем, такой же, как у всех рэперов. Вот я услышу его, не узнаю. Обычный. А, мне рука затекла. Телефон, все-таки есть телефон, но там у меня грузится на компьютере, мне там некогда. У этого мальчика более запоминающийся голос. Ну, я, конечно, не знаю, узнала бы я его или нет. Если бы слышала песню какую-нибудь. Только стразиков. Чайну, иди в пень. Он просто смотрит. Красивый этот в розах. Сам розовый и в розах. И волосы, тут тоже волосы красивые, это вот окрас, скажем так, у этого кошака. Этого мальчика, кстати, на лицо запоминаю, потому что у него специфическая внешность. Он в прошлом клипе выглядел как мужик, который будет сниматься бандитом во всех драмах, да? Я ему там работу подыскивала. Блин, не тряси телефон. Да-да-да, красивый ты. А это тоже ничего. Ну, вообще все красивые, пошли в пень. Это что такое было сейчас? Что за шипер, шипер, шипер. Он опять разделся, потому что мода у него такая. Он что, вообще выпускает одетый на площадку? Это Ван Хо, что ли, или что? Ван Хо в Астро? Там была кровь. То есть они типа вампиров, да, он типа такой красивый сад, все хорошо, красивые мальчики цветочные. Но мы пьем вашу кровь. Ага. Очень красивые локации, очень богатые и дорогие, ну как обычно все в Корее. Ну не в каком-то подвале снимали, как обычно бывает. Или там на парковке. Ну вот, в общем-то, я и выполнила заявку по заявкам. Реакцию по заявкам. All night. 4 минуты 07 секунд. Какой-то текст еще идет. Не буду читать, очень мелко написано. На телефоне вообще хер разберешь. Короче, мой первый подписчик. Прости меня, что я такая тупая. Нет, я честно не видела эту заявку. Я думала, что ты заказала только одну. А может, я просто дурак. Ну, бывает еще, блин...
скидку на возраст не забывайте делать. Так-то человек уже за 40. Ну, чуть-чуть осталось. Лет 6 еще, ну ладно. Так. Спасибо за заявочку. 5 минут, 16 секунд, 17, 18, 19, 20. Вот на этом и закончу. Спасибо.